Всем привет, друзья! С вами как Старомзи и добро пожаловать в Five Nights at Freddy's GRC! Сразу скажу, что это фанатская игра FNAF, но как только я узнал о дате ее выхода, я был в шоке! Ребята создавали настолько долго и настолько ее щепетильно, что это могла бы быть новая часть FNAF-а. Сделана она просто офигенно, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы с вами погнали смотреть, что же это за шедевр. Я просто в предвкушении. Говорят и пишут, что это просто бомбическая игра, которая взрывает реально мозг. Я хочу сегодня пройти как можно больше ночей. Здесь есть ночи. Так, подождите. Для начала, сразу зайти в игру или ознакомиться с базовыми вещами. Давайте пройдем небольшое обучение. Проверяйте камеры охраны, смотрите за вспышками, проверяйте отпечатки на камерах. Mark the Prophet и следите за лэптопом. Окей, давайте сделаем небольшую проверку. Давай проверим, давай, нажми пробел. Каждый раз, когда выполняете задание, призраки охотятся за младшими. То есть младшие — это младшие от наших аниматроников FNAF. Да, здесь тоже аниматроники. Найдите путь, куда пытается пробраться призрак, в какой из костюмов. Вы должны быть осторожны и следить внимательно за аниматрониками. Так, окей, давайте следить. Куда пробира... Ага, Бонни. Отличная работа. Перед началом ночи. Так, проверяйте аниматроников на стабильность время от времени. И звоните аниматроников, точнее, вызывайте аниматроников на конвейерную ленту для ремонта. И будьте осторожны, не наткнитесь на призрака. Хорошо. Воу. Офигеть. Так, проверяем. Воу. Где я? Я мертв? Это странное чувство. Я чувствую себя хорошо, но... непонятно. Это какое-то странное паранормальное явление здесь. Но чувство для меня очень новое. Кто-то меня слышит? Хруст, хруст. Эй! Я слышу! Я слышу сам себя! Я не ищу неприятностей! Я просто маленький и потерялся. Пожалуйста. Воу. Я никогда раньше такого не видел. Но мне это нравится. Он встретил какого-то игрушечного медведя. Насколько я знаю по описанию игры, этого медведя по идее зовут Пулбир. Который будет нас вести по сюжету этой игры. Да, у этой игры есть сюжет собственный, ребята, понимаете? Свой сюжет, своя история. А где я оказался? Это очень странное место. Паул Кейв. Какие-то лица. Воу! Подожди, я нахожусь в голове... Я нахожусь в чем-то сознании, что ли? Так, подожди. Это у нас картонки аниматроников. Это кто такой? Это Фреддик? Это типа Чики. А это у нас Бонни. Странное освещение, но я вижу этого медведя. Вот, да-да-да-да-да. Воу, 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 меня зовут Пулбир, подойди ко мне. И как я могу к нему подойти? Что произошло? Я подошел. Оу, ты в... Ты находишься между мирами. Ты не мертв и не жив. А как я могу... А что я пишу? Давай я тебе помогу. Ты не умер... Короче, он хочет мне помочь. Он хочет мне помочь. У меня почему-то не показывается, что я пишу. По идее, должен быть еще мой текст какой-то. Короче, я могу помочь тебе вернуться. А, ты можешь вернуться обратно в свой мир в любой момент, когда ты захочешь. Хорошо. А как мне отсюда выйти? Но не так быстро. Ты должен мне помочь решить определенные дела в реальном мире. Какие еще дела? Не спеши. Почему ты не сделаешь? Короче, говорит, я не жив, но я попал в ловушку в этом месте, слишком долго был в этой памяти. Мне нужно подождать, чтобы помочь тебе. Хорошо. Так, если ты готов мне помочь закончить дела,
Я протяну тебе руку помощи. И я знаю, младшие любят возвращаться. Короче, он хочет мне помочь. Я помогу тебе транспортироваться обратно в реальный мир. Увидимся завтра. Ага, мы с вами должны... Мы с вами легли в кровать. О, как это хорошо. Хорошо. А как этим управлять? Я понял. Все, я понял. Я понял. Какое офигенное место, посмотри. Фокси. Это типа Чики. Это какая-то странная штука. Так, Enter, зайти сюда. Подожди. Я могу... А, В. Эта комната еще не готова. Призрак вошел в аниматроника? Какого аниматроника? Подожди. Я могу открыть. Конвейерная лента. Аниматроник стабильность. Используйте звонок, чтобы вызывать аниматроников на починку в конвейер. Ага. То есть я могу использовать вот этих вот. А, здесь я проверяю на призрака, а вот этим я вызываю. Понял, я понял. Так, закрываем. Что у нас еще есть? Боже мой, как здесь? Балунбой? Балунбой, здравствуйте. Используйте камеры для поиска охотящегося привидения с аниматрониками. Смотрите на отпечатки и яркие вспышки. Это Фоксян? Это Фоксян? Подожди, я могу открыть. А вот, все. Используйте Fast Tablet, маленькую для переключения между камерами. Используйте громкоговоритель для того, чтобы слышать, где марионетка. Ага, я понял. Нифига не понял. Так, смотрите, вот камера дергается сейчас или не дергается? Подожди, я могу... Я могу еще и камерой передвигать! Просто на 360. Так, появилась Чика. Смотрите, кстати, показывает полностью эндоскелет. То есть просвечивается. Кто-то из них... Кто-то из них... Что здесь такое? Ой-ой-ой, младшие. Так, нужно следить за вспышками. И нужно следить за отпечатками. Это кухня. Да, это кухня. Это определенно кухня, друзья. Это определенно кухня, но на кухне никого нет. Я надеюсь, я не умру сейчас еще. Потому что у нас сейчас с вами это игровая комната. Здесь у нас Фоксян? Фредди? Фредди исчез. Это, кстати, маска на полу, да? Это, кстати, маска на полу и какой-то шкаф с черепом. Так, что здесь еще? Коридор. Какой-то коридор проходной. Все разбросано. А как мне проверять, где находится марионетка? Подожди, я нахожусь вот здесь, правильно? Здесь у нас еще одна игровая комната с автоматами. Это кто? Это что за заяц с гитарой стоит там? Погоди. Опа, Фоксян. Смотри, Фоксян... Надеюсь, это Фокси. А Фокси исчез, то здесь не было ничего. Фокси у нас нормальный, правильно мы понимаем? Фредди. Фредик. А как я их должен находить? Блин, мне вот этот балунбой, который слева у меня, он очень меня напрягает. Напрягает меня очень сильно. Так, здесь ничего не происходит. Большая комната. Большая. Вот здесь что-то камера подрагивается. Это Чика стоит там. Камера дергается. Отпечатки. Я вижу какие-то отпечатки, кстати. Какие-то штуки, подожди. И здесь была Чика. То есть, подожди, мы с вами можем вернуться вот сюда. И, допустим, проверить кого. То есть, нам нужно проверить кого-то на... Вселился ли туда призрак и вызвать кого-то, допустим... Я позвал Бонни. И что происходит? То есть у них... Это их прочность. Смотрите, вот это процент прочности. Если он, по идее, дойдет до нуля, они меня захавают. Так, подожди. Я вызвал Бонни на конвейерную ленту. Насколько я понимаю... А где конвейерная лента? Подожди. Белка... А, Бонни приехал. Смотри, Бонни приехал. Вот звук пошел. Какой он криповенький! Так, это что такое? Так, заменяйте часть чипа аниматроника Фредди Фазбин. Справа выбрасываете, а слева берите новую. Ага, мы Бонни починили. Подожди, мы Бонни с вами починили только что. И он у нас 98%. А какого аниматроника выбрать для проверки? Так, давайте Чику.
Я ошибся? Марионетка была заряжена? Офигеть, давай еще раз. Так, подожди, мы не угадали. Вот здесь музыка играет. Ну вот здесь, подожди. Это марионетка сидит вон там? Подожди, может быть, опять марионетка? Давайте проверим. Давай проверим. Мы, короче, сейчас открываем панель и проверяем на стабильность сразу марионетку. Где она? Вот, это марионетка, надеюсь. И... Отлично, я нашел! Все, нужно найти еще одного призрака. То есть нужно еще одного призрака. Все, мы с вами нашли марионетку. Чинить пока что никого не нужно, потому что у них 82%. Так, давайте возьмем мальчика шариками и проверим его на стабильность. У него стабильность упала. Вызываем мальчика шариками. Мы его должны починить. Мы его сейчас должны починить, потому что мы его проверку сделали. 50% прочности у него слетело. Так, ладно, давай, пока он к нам едет, я могу уже его... Нет, еще не готово. Так, ладно, это был не мальчик шариками. Это был не мальчик шариками однозначно. А кто же? Кого же из них... Подожди, мальчик шариками приехал. Сейчас. Приехал пацан. Какой он криповый. Так, это выбрасываем. Так, я его починил. Хорошо. Открываем. Следим за камерами. Она сейчас приедет и меня захавает. Я хотел ее проверку нажать, а потом вызвать. Это так выглядит марионетка? Хорошо, это была не она. А стабильность? Стабильность у всех очень слабая. Я понял. Стабильность у всех очень слабая. У меня нет права на ошибку. Это была не марионетка. Это Бонни? Подожди, а где Чика? Давайте просто наугад жахнем, что это был... Допустим, это Чика сейчас. Давай просто Чику. Это была не Чика. Фокси был заражен! Фокси был заражен, черт побери! Хорошо, так, мне это нравится. Так, мы должны дождаться сообщения. Так, давайте мы уберем подсказки. Мы должны дождаться сообщения, что призрак поселился в аниматроника. Так, давайте подсказки скрываем. Нам подсказки больше не нужны, потому что мы все с вами уже знаем. Я уже, в принципе, научился в этой игре на 100%. Так, все, пришло оповещение, что призрак вселился. Мы должны сейчас следить за камерами, кто же у нас с вами сейчас очень странно себя ведет. Ну вот, камера дергается или нет? Или они стандартно дергаются? Чика. Я не пойму, как они должны дергаться. Фокси Фредди. Подожди, у меня есть идея. А что если мы просто возьмем и проверим сейчас... Просто проверим эту. Сразу проверим марионетку. Нет, не она. Значит, вызываем. Мы, короче, если мы ее сломали, мы можем вызвать ее и починить, правильно? То есть, это была не марионетка. Подожди, а я могу, допустим, всех проверить? А, нет, мне нужно одну найти хотя бы. Так, ладно. Так, это была не марионетка. Во, это была Чика. 100% Чика. Так, марионетка прибыла. Мы заходим вот сюда, забираем эту штуку, и мы ее починили. Все, идем быстренько, проверяем Чику на стабильность. Мне кажется, это была Чика. Давай, проверяем Чику. И... Не Чика? Бонни? Я Бонни нашел, а Чику срочно вызываем. Так, мне нужно еще быстренько найти двоих. Одного. Так, у нас в Чике 26%, мы ее сейчас починим. Ждем сообщения, когда в нашего аниматроника вселится призрак. Пока никого нет. Пока никто не вселился. Так, это убираем подсказку. Пока никого нет. Все, призрак вселился, а у нас приехала, по идее... У нас приехала кто? О, боже мой, Чика! Какие здесь... Здесь такие стрёмные аниматроники, просто они очень жуткие.
Они очень-очень жуткие. Так, кого же вселился? Давайте мы наугад бахнем разочек. Мы наугад. Смотрите, Фредди. А давайте Фредди проверим. Кстати, мы Фредди не проверяли. Или, может быть, Фокси? Фокси, 67%. Давайте Фокси проверяем. Я угадал! Я просто угадал, ребята, Фокси! Мы с вами только что, ни много ни мало, справились за 2 минуты 49 секунд. Пулбир ждет тебя. Хорошо. Давай сходим к Пулбиру. Где он? Продолжение. Ночь вторая. Вторник. Кто такой Пулбир? Я понятия не имею, кто такой Пулбир, но мне бы реально хотелось бы узнать. Надеюсь, сейчас нам расскажут, что он, кто он, где он. Но то, что мы с вами во время того, как с ним общаемся, находимся в сознании, но в чьем? В моем или в его сознании? Вот этого понять не могу. И что это за место? Почему я здесь оказался? Пулбир, здравствуйте. Что такое? Хорошая работа. Некоторые призраки охотятся на младших годами. Играя в старые... Используя старые ловушки. Да, точно, ты меня раскрыл. Я врал. Любой призрак может вернуться в реальный мир. Но я не могу вернуться. Я прятался в этом костюме слишком долго. Маленький, ты мне очень сильно нужен. Мне либо страшно... А, мне страшно, потому что она здесь. Она хочет... чтобы... забрать мою душу? Мне нужно продолжать здесь прятаться? Но ты здесь, и ты поможешь мне. Короче, поймать призрака. Нет, все правильно, давай поговорим завтра. Все, давай, пока. У нас следующая ночь. Ночь номер два. Мы вернулись сюда, и мы должны опять искать призраков. Я пока не понимаю, как их толком находить. Я понимаю систему, но как и найти, как вычислить, кто из них одержим призраком, я не знаю. В какой из костюмов аниматроников вселился? Вот здесь очень сильно лагает. Но опять же, видели? То есть призрак еще не появился, а вот эти помехи, это не помехи. Мы должны следить за вспышками. Вот сейчас. Мы должны следить за вспышками и за одного глаза. А у него один глаз, да, у Фокси? Здесь нет марионетки. Фредди, отпечатки. А как следить за отпечатками? Боня исчез. Подожди, а вот здесь? Фокси. Вон там сидит Чика. Чика ушла. А где мальчик с шариками? Вот здесь марионетка находится. Только мы ее с вами не видим. Она всегда прячется. Я слышу музыку, что она здесь. Здесь ничего не происходит, поэтому это не марионетка. Это не она. В этой комнате вообще никого не вижу. Здесь тоже тихо. Здесь тоже тихо. Вот здесь подёр... Смотри! Бонни, я тебя нашел. Все, видали? Отпечаток. И Бонни в этот момент был. Стабильность. Сразу мы берем и смотрите. Опа, это был Бонни. Это была Чика? А почему? Отпечаток же был! На камере отпечаток же... Вы же видели? Следите за отпечатками! И следите за яркими вспышками. Я видел отпечаток руки четко на камере. И в этой комнате был Бонни. Может, там еще Чика где-то сидела? Или что? Может, я тупой? Или да? Так, здесь только что была Чика. Следите за вспышками и отпечатками. Light flickers, cold be caused by faulty...
А, вспышки могут быть. Look closely for student movement. Ладно, будем следить. Все, я понял, как выглядит отпечаток. Хотя бы примерно. Так, столовая. Здесь нет у нас марионетки. Чика. Чика. Чика ушла. А балунбой? Я тоже... Вот, здесь что-то прям мерехтит очень сильно. Нету здесь никого. Нет здесь никого. И здесь никого. И здесь никого. Вот здесь что-то мерцало. Может быть, марионетка... Ладно, давайте, короче, мы с вами сделаем так. Проверим марионетку. Аниматроник, стабильность. Так, проверяем анима... Если это не она, мы ее вызовем. Хорош! Это была марионетка. Это была марионетка. Один из трех мы поймали. Хорошо. Теперь смотри, следующего мы как сделаем? У нас есть еще процент прочности. Мы сейчас ждем, когда в кого-то вселится. Мы наугад. Кого-то проверяем. Допустим, пускай это будет... Давай это будет, допустим, Чика. Давай Чику проверим. Просто Чику проверим. Наугад! Просто Чику проверили! Остается один аниматроник. И я могу сейчас просто наугад всех проверить. И они будут. И у меня хватит запаса прочности, потому что остается всего лишь один аниматроник, а у них 60 прочности. Я снимаю 50. Эту ночь я пройду очень быстро. Смотри. Сейчас ждем, пока у нас вселится. Я даже не смотрю на экраны. Я даже не смотрю. Не знаю, правильно ли. Не знаю, это вообще законно или нет. Смотрите, мы проверяем Фредди. Нет, падает у нас. Проверяем Бонни. Падает у нас, да? Проверяем Чику. Вообще пофиг. Проверяем марионетку. Все. Все, у нас хватило запаса прочности. Мы проверили троих сразу. Результат 2 минуты 46 секунд. Просто красотища. Паубир ждет тебя. Окей, сейчас мы сходим. Сейчас мы сходим к нашему паубирчику. Хоро... Подожди, кассета? После... Вы нашли какую-то кассету. Вы решаете смотреть или нет? Конечно! Как я могу не посмотреть VHS-кассеточку? Ребята, это же офигенно! Так, у нас включилась кассета. Это младший Фреддик. Юниор. Он несет... Руку Бонни? Куда он принес руку? Что там написано? Подожди. Мангу! Они носят части тела Мангу? Они собирают что-то очень жуткое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там такой силуэт был. Вы видели этот силуэт? Это просто какая-то жесть. Там, не знаю, какая-то... О, хорошо. Хорошо, так, друзья. Третью ночь мы с вами начнем в следующей серии. Я вас прошу, поддержите это видео лайком. Подпишитесь, если не подписаны. И не забывайте нажимать на колокольчик. Игра очень хороша. Я просто ее влюбился в нее. Я хочу узнать дальше историю, лор и, конечно же, ее пройти. Всем пока. Все молодцы.